О, здорово, Буля. Доброе утро. Да, доброе утро. Значит, вот такое дело. Послезавтра Елена прилетает. Я правильно понял? 15-го. Сегодня 13-е. Да. Ну, значит, послезавтра. Во сколько у нас здесь прилетает самолет? 5 утра. 5 утра местного? Да. Это уже точно, да? Ну, где-то примерно она еще мне точно сообщит. У меня есть какой-то опыт встречать тех, которые бывают где. Может быть, знаете его. Я в первый раз в Нью-Йорке увидал. Нужно взять бумагу, еще лучше картонку, и вот так крупно написать. Вот. Только надо намного больше. Примерно вот такая вот я беру, 2 листа, примерно. И так напишите. Елена Фаур. Жду, а ей сообщи, что я буду стоять с надписью. И когда толпа идет, она сразу тебя высчитает. Это самый хороший способ. Никому не мешаешь, никаких замечаний нету. Ну и все стоит на месте. Картонку сделай, и на ней крупно, жирными буквами, печатными, никакие на бок не надо, ничего. Если не можешь там все там, я могу тут и картон, и все дать. Нет, все есть. Все есть. Так, второе. Как там у тебя с работой-то? Не помешает это работе? Ее сразу куда думаешь везти сразу? К себе. К себе, да? Да. Нет, ко мне. А зачем к вам? Ну, до вас далеко, Игнатий. Ну, я тогда не знал этого дела-то. Далеко, только поэтому. А потом дальше она у вас, еще дальше. Ну, мы посмотрим, она приедет, все расскажет. Она ничего пока не расскажет. Она расскажет. Дальше-то что? Какая цель? Куда она дальше думает ехать? Или здесь только? Все расскажет. Она говорит, я приеду и все тебе расскажу, пока я не расспрашиваю. Я должен подумать, где она будет жить, ночевать. Нужен я ей или нет? То есть я должен все вопросы ей ответить. Поэтому я думаю, что мы встретимся. Ну-ка, потом да. Дальше. Теперь, потом... где она будет жить? Ну, в принципе, у меня есть место. Она может и со мной жить, но там посмотрим. Ну, хорошо, она с вами. Она осталась. На сколько дней надо узнать? Вы ушли на работу, что она будет делать? Я еще ничего не знаю. Она приедет и расскажет. Это вопросы. Вопросы эти надо уже заново решить. Если здесь, мы будем все время беседовать рядом, и ночевать через стенку можно. И она никуда не будет. Вопрос, если она... Да. Если она согласится, то, конечно. Но если она не согласится, к Татьяне рядом тут. Ее будет сопровождать Любовь Николаевна туда-сюда ездить. Вы здесь, чтобы не были заняты. Вы нужны встретить и работать, чтобы никак не помешало. Мало ли кто приезжает, вы встречаете их. Это и так слишком много. Итак, сделать надпись «встретить» и потом думай, куда везти, чтобы мы никуда не делись. Потому что я иногда отлучаюсь, чтобы я был дома, ждал и привезла ее, говорит, ты в дом завела. Вот это мне... Нет, да, планы-то такие, что она приедет ко мне, она здесь поспит, потому что я думаю, что перелет в любом случае тяжелый был. А потом я с работы вечером приеду, тогда мы вам позвоним и все-все-все обговорим. Ну, она поспать могла бы и здесь. И целый день. Понимаешь, что уйдешь на работу, и она целый день одна. До вечера. Чего же она будет сидеть, когда у нее время-то короткое? Я думаю, этот вариант нехороший. Если бы она... Знаете, я понимаю. Ну, до вас очень далеко ехать, а потом мне обратно ехать. Нет, не надо ехать. Просто подумать надо, как. А до Татьяны недалеко ехать? Мы пока договорились так. Я не знаю, это надо у нее же спрашивать, в любом случае. Да, Татьяна, она целый день Татьяна одна будет. Это неправильно. Татьяна болеет. Надо сделать так. Вы его встречаете, привезете домой. И чтобы вам сюда не ехать, кто-то бы приехал из наших, у кого есть машина, и привезли ее сюда. Она одна будет сидеть, это совершенно не годится. У нее сейчас... Нет, тут и Библия, и интернет есть, и все есть, она будет тут. Занята. Так я все сказал. Я спрошу, все изъяны выползут потом. Я сказал тот, где ни одного изъяна нету. Все надо. Хорошо. И куда надо пойти, обдумать и сопровождающие, и главное решить все вопросы.
Так что подумайте об этом хорошо. Встречаете вы и куда завозите? Куда завозите? Далеко ехать, это понятно. Значит, кто-то должен вас перехватить. Вот подумайте, это один из вариантов. Когда дома, во сколько-то, туда он приехал, и она могла выйти или как-то запереть квартиру, выспалась и на машине привезти. Она к обеду уже будет свободная. А так сидеть до вечера одной, это любому понятно, что неправильно. У нас Надежда Васильевна же, Любовь Николаевна, а где они там все разместятся-то? Уже подготовили место где. Тут же две комнаты у них. Все уже подготовлено. Надо знать. Да. Ну, если, допустим, не понравится, к Татьяне тут рядом. И к Татьяне отвезти мы тут... Она болеет, Татьяна. Я только сейчас разговаривал, ничего, говорит. Ничего, что она болеет? Она не пластом лежит. Каждое утро мне звонит. Мы разговариваем. Она не лежащая. И она с радостью примет всегда. И туда надо... Да, она с радостью примет, но ей все равно тяжело-то. Ну, как бы... Так я сказал. Я сказал, да, что если я повторяю, то уже спор начинается. Я не спор. Я отвечаю. Да, спорит, нет, тот, просто... спорит тот, кто да, не знает истины. Знаю. Вот так. Но делайте как нет, надо. Вот после работы вам сюда ехать. Обдумайте этот вариант, как я сказал. На перехвате. Чтобы ее могли сразу сюда привезти кто-то. Вы поехали, и где-то машина встречает уже в городе, где самый короткий путь до нас. Это самый лучший вариант. Мы должны о ней заботиться. О ней заботиться, чтобы каждая минута у ней была в дело. Какие-то вопросы. Мы тут и помолимся, можем вместе пойти, куда надо, созвониться и прочее. Ей сообщи об этом. Сразу выйди на нее и скажи, я тебя встречаю так-то. И план, который я даю, и который у нее есть план. На сколько дней она едет сюда? Если на короткое время, какая цель, главная цель? Если у нее в маршрутке, что по Теряевку поехать? Это не просто так. Я должен до конца узнать. Ну, она приедет, она все расскажет. Мы-то сейчас предваряем. Да мы заранее даже подготовиться, она расскажет. Она даже сейчас рассказать. Два дня ничего не решают, Игнатий Николаевич. Но она так сказала. Я просто говорю, как... Мне ее распорядок, ее, что у нее назначено, чтобы выполнить... Вы у меня спрашиваете то, что я не знаю, поэтому я и говорю... Я могу сейчас узнать. Елена, я могу сейчас позвонить и узнать, ну, то есть по интернету, и чтобы выполнить всю программу и ее расписание, на сколько дней и что нужно сделать. Я-то все выполню, а это у нее... Ну вот тогда созвони, дай ей знать, чтобы она вам ответила, насколько, где ей надо побывать. И проще, скажем, мы должны сами расследить, где вам легче жить, где удобнее вас возить. Да, конечно. То есть мы все в ней в услугах будем. Да. Ну все, пока. Все. Мой вариант не забывай. Конечно. Если ничего там не будет в квартире, тебе ездить будет, я скажу, за стенкой. Тут места свободного много. Еще можно принять ни одного даже. С Богом. Я, видите, до нее-то не могу решать, потому что... Ну, нет, решать не надо. Знаю. Решать мы будем здесь. Главное знать, какие у ней намерения, где быть. И мы тут заранее должны созвониться, кто-то приедет, у кого-то машина. Хорошо. Может встретить тут недалеко, этот Дыбунов встретит. Перехватить вас. Да я встречу. Ну, встретишь, так теперь туда везти обратно, чтобы к вам туда... А к вам... Все сделаем. Сделать все надо, сделаем. Обдумать надо. Напиши первым делом плакат. Фаур Елена, ее предупреди, скажи, смотри внимательно среди встречающих. Прямо в аэропорту. Когда журналисты прилетали, они меня ни с кем не перепутали, потому что я была в платке. Ну нет, это зачем в платке? Одно дело в платке просмотрели, другое дело надпись. Я видел в Нью-Йорке это. И когда наши теперь встречают, ни одной ошибки никогда не было. Человек издали только идет, и меня встречают, вон. У меня есть картонки, у меня есть. Это не запрещается, это приветствуется. Например, безмолвно, ты не дергаешься, никому не мешаешь, встречаешь человека. К вам претензий никаких не будет. Хорошая идея, да. Все, с Богом. И меня уведомляй. Как что узнаешь, дай мне знать.
Где она думает жить? Скажи, один вариант такой, там далеко ездить, другой быть у меня за стенкой. Мы каждую минуту будем с ней вместе. Если я для нее являюсь тем, кого она ищет. Если надо спать где, будут сопровождать. Кто-то, договоримся, отвезет. Здесь есть и у Татьяны. Вот три места. Всего хорошего. Отошел. Спасибо. С Богом. С Богом.